Всем привет! Сегодня в подборке будет только 5 товаров, и нет, это не потому, что я обленился, я всегда ленивый. Просто по игре Team Fortress 2 не очень-то много товаров на AliExpress, но в рамках моих подборок по разным игровым сериям, мимо данного детища Valve, я не могу пройти мимо. Ссылки на все товары из подборки есть в описании к ролику. Поехали! Покупаешь на AliExpress? Кэшбэк-сервис letyshops.ru вернет тебе часть денег с каждой покупки. letyshops.ru. Более 2 миллионов пользователей уже экономят с нами. Присоединяйтесь! И начнем, пожалуй, с ковриков для мыши. В описании я оставил ссылку на все коврики по данной игре, а также две ссылки на более приглянувшиеся мне. Первый вариант — это коврик стандартных размеров с габаритами 22 на 18 и 25 на 29 сантиметров с 4 различными принтами. И большой вариант с изображением всех героев данного шутера. Кстати, напишите в комментариях, кем из них вы любите играть больше. Роль саппорта в мультиплеерных играх выбирают крайне редко, но на мой взгляд в Team Fortress медик с его убер-зарядом довольно крутой. И я нашел полноценный костюм медика для косплея, который также можно заказать и для девушки. Продавец с довольно высоким рейтингом и с большим выбором костюмов для косплея и по другим вселенным, так что можно смело заказывать. И снова товар, без которого не обходится ни одна подборка по мотивам. Это футболка. У продавца представлено 15 вариантов принта с разными изображениями и надписями. Продавец также с хорошим рейтингом, и ему можно довериться. Кстати, здесь все продавцы с высоким рейтингом, так что я больше не буду об этом говорить. Уверен, многих игроков очень сильно бесят эти бомбы-липучки, которые подрывник раскидывает аккурат возле ворот на респе и подрывает, когда ты резво пробегаешь рядом с ними в надежде хоть в этот раз надрать кому-то зад. Теперь и в реальной жизни можно раскидать такие плюшевые бомбы-липучки по дому. Чехлы для айфонов от 4 и до 7 и самсунгов от S3 до S7 в одинаковых расцветках, разве что у айфона их больше на 2 штуки, видимо из жалости. В описании есть ссылки на оба варианта чехлов для вашего смартфона, iPhone тоже смартфон. Поставь этому видео лайк и поделись им с друзьями, если тебе понравилась подборка, и напиши в комментариях, сколько часов ты уже наиграл в Team Fortress 2, ну и конечно, подписывайся на канал, чтобы знать, что еще интересного можно приобрести себе в Китае. Пока!